Всем привет, с вами Алекс и сайт RemPC.by. В этом видео хотелось бы рассмотреть, какие же вообще просто кардинальные сумасшедшие отличия между Мафией 3 и Мафией 1. То есть, причем в пользу Мафии 1. То есть, ну, хотелось бы... Видео, которое я буду рассматривать, оно не мое, не сам монтировал, поэтому даже не пытаюсь его себе присвоить. Пожалуйста, вот канал, вы видите, где оригинал лежит. Просто я хочу, ну, поскольку сам играл и в Мафию 1, и в Мафию 2, есть с чем сравнить, я поиграл в Мафию 3, то есть, ну, реально есть с чем сравнить, и хотел бы немножко это описать, рассказать. И помню, как это все играется в первой Мафии, во второй, то есть... Все как есть, как сам играл и как чувствуется. Не забывайте, что ссылка на статью будет в описании. Да, извините, сейчас сайт недоступен, но в течение суток перейду на более расширенный канал. Бывает, что недоступен сайт, поэтому ничего, ну, подождите немножко, все будет доступно. Значит, не забывайте, что ссылка по игре Мафия 3 будет в описании. Вообще, разная любая информация в описании. Очень важно, много интересной информации собираю. Так, давайте приступим к ролику. Значит... Смотрите, где ЖД-транспорт? Вот Мафия 3. То есть, да, есть ЖД-пути, все как положено. Но как? Где? Что? То есть, ну, как так? Где это? Смотрите, что в первой Мафии. Да, пока не смотрите на графику. Я вам серьезно говорю, потому что, ну, это просто шедевр. На самом деле, первая Мафия — это идеальный фильм, то есть идеальная история перенесена в игру. Ну, видите, вот, то есть... Как в первой Мафии можно было взаимодействовать? Трамваи, эти поезда, садитесь, поехали. Все, можно было перемещаться. Чуть ли не как в GTA 4, там, прыжок в любом месте. Поворотники, да, то есть машины вот в первой Мафии были вообще очень круто проработаны. Мало того, что поворотники, куда вы поворачиваете, есть одометр, считающий расстояние пройденное. То есть коробка передач механическая, это вообще просто огонь. Все видно, где что вы переключаете. То есть ездить было очень приятно в первой Мафии. Я вам серьезно говорю. То есть и машины, и вся эта атмосфера именно этих 30-х годов просто такие, ну, завораживает в то время. Более того, так, в качестве пассажира можно ездить очень круто, садиться и на то место. Более того, в Мафии первой был лог. То есть можно скорость зафиксировать, чтобы не дергаться, знаете, когда ехать и не спешить. Потому что здесь, кстати, важно за превышение. Сейчас посмотрим, штрафуют все дела. То есть очень круто. То есть машины были крайне крутые. Реализован. Смотрите, гильзы. Мафия 3. 2016 год. Где гильзы? Карл, где гильзы? Что за... Не понял. Нету гильз? Смотрите, первая Мафия. Первая. 2002 год, напомню. 14 лет назад. Первая Мафия. Вот, пожалуйста, 14 лет назад. Я, то есть, нет слов, стекло. Пожалуйста, третья Мафия. Да, все бьется, хотя бы бьется, блин, ну, хотя бы бьется стекло. Но оно сразу же пропадает. Да, свидетель доносит полиции хоть что-то, реакция хоть какая-то есть. Первая Мафия, 14 лет назад. Стекло осталось лежать, разбитое стекло. 14 лет назад, напомню. То есть, ну, честно говоря, это просто, просто настолько разительно. Кровь. Смотрите, походил в Мафии 3 главный герой по крови. И все, ни следов, ничего. Это 2016 год. Смотрите, первая Мафия. Вы видите, после того, как потоптался в крови. Ну, то есть, следы, это вообще заправочные станции были. Да, все, подъезжаешь. Заправка, очень круто. Вот это был реализм. Ну, в плане того, что много вещей, мелочей из жизни. В первой, я же говорю, Мафия 1 это просто шедевр. Возможность выкидывать оружие. Да, Мафия 3 это вообще как какой-то залоченный, непонятный, блин, так сказать, недоделок, в котором вообще просто... Поначалу даже открытого мира нету в Мафии 3, то есть нельзя никуда-то пробежать, то есть, ну, значит, взлом машин в первой Мафии, потом в третьей Мафии, то есть, что бы ни случилось, сразу начинаем стрелять. Но теоретически я могу это списать на то, что, вот, превышение скорости в первой Мафии, пожалуйста, штрафы, все как положено.
Более того, русская озвучка, вы слышите? То есть настолько круто можно даже сейчас поиграть, влиться в атмосферу сюжета. Сюжет в первой мафии — это самая сильная его сторона. То есть это очень круто. То есть там именно посмотреть, как Godfather, как Крестный отец, фильм очень круто. Деформация кузова. Смотрите, в третьей мафии вообще никак нельзя нанести урон машине. Вообще никак, то есть, ну, ударами. Смотрите, в первой мафии 14 лет назад. Все, то есть деформируется, разбивается в машинах. Это просто... Вы подумайте просто, какая проработка мелочей и деталей была в то время. ПК-версия вот этого. Первоначально в 2001 году вышла. Ой, втором. Первая мафия. Ну, потом уже для консолей в 2004 появилась. Но посмотрите, все ломается. То есть насколько было внимание... И серьезность к автомобилям, потому что это ценилось действительно. А сейчас что мы можем видеть в первой мафии? Ой, в третьей мафии. Ну это просто какой-то стыд, я вам серьезно говорю. Это было сравнение сейчас с первой мафией. То есть, ну, чтобы было... Ну, первая мафия, то очень крутая. Даже сейчас поиграть, не смотрите на графику. Возможно, игроки поменьше, помладше не оценят. Но, а возможно, и оценят, то есть то, насколько там все круто было сделано 14 лет назад. Тогда когда-то кого-то из зрителей, наверное, даже не было. Но хотелось бы сейчас сделаю второе видео, сравнение с «Мафией 2», поскольку там и графика хорошая, и все то же самое, что в первой почти. И намного круче. Но третье, это совершенно, это какая-то не мафия, это просто неизвестно откуда-то сделанные студентами... проект, ну, для консолей в известной серии «Мафия», и все. То есть не забывайте смотреть на ссылки в описании. Вот я вам показываю основную статью по «Мафии». Здесь все собираю и здесь все выкладываю. Вся информация крутая, различная. Ну и вообще по всем играм буду делать, вот, ну, стараться всегда, чтобы основной принцип — это одна статья, чтобы не было там разбросано в миллион местах где-то, ищи. Ну, правда, ничего такого, креки всякие, то эти пиратки не выкладываю, это все сами ищите. Но все способы, секреты, моды, патчи, советы, все здесь, то есть все только легально, официально, все помощи. Буду еще более подробно это делать, уже внес еще кое-какие изменения. Буду еще стараться прикреплять как можно больше программ и так далее. Ну и, конечно, расширить интернет-канал на сайт, потому что сайт от трафика ложится. Так, ну на этом пока все. Спасибо за просмотр. С вами был Алекс из сайта rmpc.by. Сейчас сделаю такое сравнение с комментариями «Мафия 3» и «Мафия 2». Спасибо за просмотр.